Жаль, нельзя схватить орка, чтобы он горел, например, фигануть его в костер, а потом этим орком фигачить всех остальных. И типа как огненное оружие. Было бы четко. Вот так вот. Аба, вы смотрите Perpetuus Play. Меня зовут Саша, а это Средиземье. Тени войны. По результатам голосования из прошлого видео, я понял, что вы практически единогласно хотите видеть все мракобесие, которое творится здесь у нас в Мордоре. Что же, не вопрос, будет вам все мракобесие. Причем сегодня у нас будет оборона Горгорода. Я очень надеюсь, что я ее не провалю. А сперва новый опрос. На тему... Какое из племен орков вам нравится больше всего? Какое самое крутое, по вашему мнению? Я бы с удовольствием перечислил бы их всех, но это будет долго. Да кого я обманываю? Я просто не помню их всех по именам. Поэтому эта номенклатура останется вон там вот справа в вопросе. Выбирайте племя, которое вы считаете прям вот самым топчиком. Ну, или же там будет один вариант ответа на случай, если... Ну, топчика нет, скажем так, мягко, да? Кстати, вы обращали внимание, что оборона либо осада не начнется, пока Талион не придет и не махнет рукой? Знаете почему? Это потому что просто все очень продумано, да? И эффект неожиданности. Ну ладно, осада. Талион действительно сам решает. Но с обороной это почему? 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 Ну, допустим, специфика игры не позволяет сделать иначе. Но это слегка расстраивает. Потому что... Ну, странно просто получается. Ладно, что ж, Талион, спрыгивай. Сперва мы наладим тут у нас с ребятами обстановочку на стеночке. Да и саму стеночку надо немножко поулучшить-то. А то она такая себе. Не ахти. Давай, еще раз. Теперь всяких прибамбасов. Да-да-да. Вот этот вот прибамбас мне здесь нравится прям больше всего. Здесь у нас струи огня, да? Я ни разу не пробовал эти железные ворота, но я не думаю, что оно меня спасет. Тем более орки вообще-то элементарно лазят по стенам. Ну ладно, возьмем по классике. Вот прям огонь, все в огненном стиле, да? Мы уже что-то брали, да? Ну хорошо. Пусть будет отряд щитоносцев. Так, ядовитые осадные звери и проклятые огненные. Огненные — это наш выбор. Так, здесь будет... где тут драконы были? Во, вот это я люблю. Прям горят весело и красиво. Так, прежде чем выбрать тех, давайте-ка наладим на стеночке дела. А с другой стороны... Ну, какая разница, ладно, допустим. Начнем с конца выбирать. Ребят, я просто хочу не запутаться с ними. Они, суки, все такие одинаковые на самом деле. Давай, ты сюда пойдешь. А сюда пойдет, ну, тоже прям с краешку. Пусть будет вот этот. А вот, надо же и легендарных еще поставить. Так, у тебя здесь будет лучники. Нет, не лучники. Зоркие лучники. Стены. О, стены с шипами. Пущай будет стена с шипами. Ядовитые мины и огненные мины, вот. Ядовитые, но не люблю я их, что-то не знаю, прям лютой ненавистью не люблю. Так, тебя мы поменяем. Поменяем вот на этого дядю. Пекс. Тебя мы поменяем на легендарного какого-нибудь. Или легендарного мы уже забрали куда-то в другое место. Наверное. Блин, я сейчас запутаюсь с ними. Серьезно. Так, тебя меняем. Тут где-то был легендарный еще, вот. Окей. А теперь выходим отсюда, потому что я уже запутался отчасти. Так. У меня вроде как два было легендарных. Да. Один этот, один вот этот. Этого дядю тоже меняем. Меняем. Вот этого, наверное. Тут еще такой. А, вот, вот этот вот. Должен по-любому стоять на стенке. Да. Все остальное мы как-то будем сейчас между ними тасовать. В виде подпевки, подтанцовки. Так, и кого-то еще надо было заменить.
принципе, вот этого надо было бы заменить, но он такой мощный, что пускай здесь стоит. Оно нам и не понадобится. Так. Все остальное разбиваем на подпевки. Так, ты будешь охранять этого дядю. Вот если бы это можно было как-то убрать, но это долго. Не, я понимаю, что далеко не все так, как я, это делают вот так вот просто за раз, скажем так. Но это долго. Да. Страшный ты. Кошмарище. Так, тебе пока не будем что-то говорить. Тебе тоже, ты не наш. Сука, ты не наш. Так, ты... Что-то он там делает. Гадина, он на каком-то задании, да? Ну, как всегда. Этот еще не наш. Вот этот еще наш, и он очень даже неплохой. Отдать приказ охранять, например, вот этого. Ему понадобится охрана. Мне, кстати, почему-то так кажется, что вот эти вот ребята первые, вот эти вот двое, они прям больше всех отхватывают всегда. Ну, на них прилетает больше орков. Зараза, а может как-то здесь можно, как-то так? Можно только заменить участника. Блин, ну у него какие-то там терки, ясно, хрен с ним. Ладно, тогда этого говнеца отвесим, да? Или он уже охраняет? Нет, он охраняет вот этого. Давай ты сюда. А еще вон те, которые на заднем плане, они тоже, конечно же, важны. Скажем так, последние шансы. Но я не думаю, что они придут прям мега-мега-мега армией. Не уверен я, что у них хватит силенок даже что-то сделать. Еще не тот совершенно уровень осад. Но этот сдохнет, ну и да фиг с ним, пускай сдохнет, ладно. Да. Гриша, кровавая рука. Что-то не то явно с Гришами, потому что чересчур их много. Ну вроде как все сделали, пора уже в бой. Засиделись мы и так здесь. Затоптались на месте. Опять-таки, эффект неожиданности от ребят сейчас будет. 49 уровень только у одного перца. Все остальные, можно сказать, что ниже, даже не можно, а можно с уверенностью утверждать. Ниже нас. А почему вот это все стало темненьким, а? Что-то я не понял. А ну-ка, осадные улучшения. Че оно потемнело-то все? Потому что я менял, да? Вот было бы весело. Чуть половину улучшений не просрал. Просто по фигне. Ладно, вот теперь топ. Что же? Начали. Это должен быть Алог, да? Сейчас посмотрим на него. Насколько он крут. Уверен, не очень. Алоги вообще на самом деле не крутые здесь. По многим причинам. А один на один порвать можно его как нефиг вообще. Желательно, если он, конечно, разъяренным не будет, да? Что ты из себя представляешь? О, да мы тебя знаем! Шкура ты, хура. Уязвим для дистанционных атак, а в принципе, из себя-то ты ничего не представляешь. Ну ладно. Давай-ка тебя. Эх, ты вечно, блин, херней занимаешься, да, Талион? Оп! Попал. Да-да-да. Выносит. У него щитоносцы эти долбаные. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем с ними. Может, они даже разбегутся. Это его подтанцовка 30 уровня? Или что это такое там? А что он постоянно валяется, а? Постоянно отсиживается, гад. Он будет наш на самом деле. Ну просто потому, что нам нужно мясо. В принципе, нам нужно мясо. Может быть, даже если хорошо навербуем мясо... Талион, ну куда ты побежал? То... Когда ты уже это самое... Добьешься до кондиции? Если мы хорошо навербуем мясо, то... Может быть, и следующий раз Горгород защитим вот этим вот мяском имеющимся. А, все, ты уже наш. Да, ты наш. Там пытаются стенку нашу пробить, но это фигня. На самом деле, я вот думаю... Нет у него железной воли. Я вот думаю, а каждая их волна, она как бы заново стена имеет прочность какую-то. По идее, не должно так быть.
Одноразовая стеночка и все. А где тут был? Так, вот тут тридцаточка это была. Возьмем чисто для мяска. У нас есть и похуже, чем он. Есть. Надо это признать. Тем более он такой белоглазый. Берем. Прям как Талион. Не знаю, просто бегай и ищи кого-нибудь. Он весь из себя такой рассуфыренный. Так, теперь, значит, ты. О, как ты. Слушайте, а этого надо брать. Он достаточно редкого вида. Мы таких давно не видели. Хотя с самого начала, я помню... Но как ты не вовремя... Отвалили. Отвалили! С самого начала у нас был такой парень, я его профукал. Хотя он меня даже спас. Разок. Ух ты, разъярен, ладно. Его бесит проклятие. Проклятие? А кто его проклял? Я разве умею вообще проклятие? Ребят, а... Ага, круто, кул. Хорошо, я все понял. Давайте-ка завербуем вот этого дядю. И бахнем им. А давай так даже. Во. Хотя так он жизнь не восстанавливает, да? Ладно, ладно. Что же я так мазанул? Интересно. Я, между прочим, был полностью уверен, что нельзя свою крепость расхерачить. А так понимаю, что можно. Что я и сделал. Блин, да что ты... А где он делся-то, сороковый-то? Фиг знает, это он уже сюда прорвался? Или нет? Да хрен знает с ним. Фиг поймешь, кстати. Да, дядь. Не знаю. Там уже... Его добили до кондиции, если это он. Все такие крепкие парни у нас там стоят. Ну что ж поделаешь-то, а? А он сам проклятый был. Он, наверное, от своего собственного проклятия вот этой херней занимается. Ладно. Ну, я так и думал, что приблизительно так будет с ним, потому что он слишком низкого уровня. Я думаю, следующую оборону Горгорода мы переживем. С этим местом. Так, парнишка, подвинься. Двое алогов из ларца, да? Давай. Где-то там... Красивый форт ты выбрал для встречи со смертью. Обычный форт. Обычный форт, блин. Бесит. Чё его бесит? Я даже не понял, что его там бесит. Ладно. Фиг с ним. Флаги, может, его бесит, а? Понатыкали здесь, понимаешь, говнеца всякого. О, и тебе прилетело. Так, ребят, а нету здесь какого-нибудь у вас словачка? Флага, например, вот этого. Батенька, ну стоять. Куда ты? Это он бросил флаг или что это? Как это так получилось? И почему здесь все огнем горят, орки? Вроде не должны были. Ладно, возвращаемся к этим дядям. Она тут пытается нам стену пробить. Кстати, а что это он в ужасе? Что его так напугало? Ну ладно, иди к нам. Не, понятное дело. В первой, по крайней мере, волне ничего сложного нету. Будешь обычным избранным. Все, где там? Кто там? А? Тихо. Парни, ну вот это вот как бы вообще не круто. Там наш истекает кровью, но это 35-ка, поэтому забьем на него с легким сердцем вообще. Ребята! Я ж так не успею. О! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ладно, окей. Хорошо. Надо вовремя отступить. Кстати, а наших не успевают убить, да? Там уже один. Не тут-то было. Не так просто сегодня это будет. Понимаешь? Не так, сука... Отбили, и куда-то он пропал. И вот что теперь? Не, ну это круто. Только не стреляй, подожди. Во. А теперь сразу выстрелил, да? Было не обязательно. Ладно. Бегут ребята. Я хоть успел его завербовать перед смертью. Ребята уже прибежали, да? Привет, ох, сладость. Я, наверное, не буду это понимать 30-го, потому что он слабак.
Для дистанционных атак уязвимый дядя. Угу. Рев звериный, старая Карагоров. Неуязвим для звериных атак. Ну и ладно. Ну и фиг с ним. Помесим так. Тут еще один. Можно было не показывать мне этого. Хотя он стрёмный. Отвалили. Ага. 50 уровня. Это, видимо, с кем-то прибился. Так, подождите. А тут где-то 41-го мечется. О, вон там. Я его уже не успеваю взять, да? Или он уже не мечется? Не понял. Батенька, а чё это ты лёг? А, потому что здесь дядя. Последний шанс остался, да? Ну, как бы, я такой, да? Так, стоять. Братишка, стоять, стоять, стоять. Давайте взорвемся здесь немножко. Так, помесим тебя. Совсем чуть-чуть, да? Где этот 49-й? Вот. Его надо брать в оборот. Хотелось бы в армию, но... Увы. Этого расчленили. Ну ладно, фиг с ним. Он нам в армию не попадает. Там еще наши сидят, только я не вижу какого уровня. 32-го. Фигня. Слабак. Нам такие не нужны. Пока он поднимется, Талион успеет сдохнуть. 10 раз. Кстати, ребят, а поделитесь, а? А то что-то как-то я и забыл, что у нас последний шанс, скажем так. Мы же должны его позорить, наверное, да? Будем. Или он обычный? Не, наверное, позорим. Ну нафиг. Все-таки 49-го. Легендарный. Да-да-да, мы его позорим по-любому. Он нам еще пригодится. Давай. Талион, да ты что? Я не понял. А что за дела? Что-то я его... Не понял, почему я не смог его... Нужно две стрелы разве? Вроде одна. Ладно, позорим. Пригодится этот дядя нам на следующую оборону. Он как раз будет нормального уровня, я думаю. Плюс-минус, когда мы его в следующий раз возьмем. Если возьмем, конечно. Так, что там вообще творится у нас? Остался один 38 уровня слабак, да? Ну вот что значит, когда нормальные ребята собрались. А где он вообще есть? А, вон он. Он за воротами по-прежнему. Тусит. Ребят, такое ощущение, что я как в метро захожу против входа. Текс, где ты есть? А, это ты до сих пор здесь. Истек кровью? Ну и ладно. 36 уровень. Всех ребята сами по себе отсеют на самом деле. Ага. Не обязательно было здороваться еще раз. Давай. Я вообще-то жал вот это дело. А он, ты посмотри какой. Он прям вот у него крышу сорвало. Дай, говорит, стену расхерачивай. Кстати, да, у него же крышу срывает постоянно. И он неуязвим. А уязвим ли он для пауков? А? И для граугов? Все? А, оно боится пауков. Ну, берем тогда. Берем. Редко, на самом деле, у врагов есть пауки. А есть ли они вообще у них хоть раз? Я что-то не помню этого. Теперь я тебе служу. Да-да-да, ты меня слушаешь. Нет, по-моему, пауков нету. Только у Талиона. Хотя он все равно будет бояться. Ну и ладно. За светлого. Да. И это была последняя капля. Да, это было вообще легко. Хотя я даже два раза посадил Талиона на колешки, но это было реально легко. И по сути... Осады сложнее, чем обороны, когда равный уровень врагов, скажем так, орков, несущий страх. Хорошо. Может быть, даже сейчас завербуем этого несущего страха, чтобы потом не забыть. Он все-таки легендарный. Период завершен. Очков здесь раздают просто немерено. Следующий период, пятый, да? Здесь уже начнется, наверное, по две обороны, да? Мне писали, потому что там будет и не только две. Еще и больше будет. Киритунгол в осаде. Вновь. А он вновь говеный. Потому что уровень-то с какой там?
44-й максимум. И то у нас нет там нормальных ребят. И Нурнан в осаде. Да. В этом периоде будет две осады. Окей, Талион. Окей. Где этот дяденька? Сейчас мы его отыщем. Легендарного, я имею в виду. Понадобится. А где он вообще может быть, а? Прятался? Серьезно? Ха! Не, я точно помню, что он был большой, поэтому... То есть, Алог... Я бы воскресил их, ну да нафиг. Короче, наверное, сам меня найдет. Или он один из этих черных. Ну ладно. Нет, значит нет. Давайте метнемся тогда в куда-нибудь в Нурнен, например. И посмотрим, что там у нас творится. Или не в Нурнен, а сюда. Нет, давайте в Нурнен. Хотя... Ладно, давайте сюда. Все-таки посмотреть охота. Давай. Что у нас здесь? В Нурнине там точно не очень все хорошо. А что здесь сейчас увидим? Может быть, даже с натяжечкой, с медсестричкой в виде Талиона и справимся. Но вряд ли. Как только орки противников выше на один хотя бы уровень, все. Как только ниже, то же самое. Вот если они примерно равны, я теперь понимаю, почему вы так много кто, не все, конечно, но много кто хвалит обороны и осады на 60 уровне. Потому что там плюс-минус все орки равны. Да, есть 65-го, ну и у некоторых ребят вроде как есть тоже 65-го уровня орки. Поэтому, да, как-то так. Давайте заценим, что здесь у нас творится такое. Армия. Ой, да здесь все плохо, да? Ну как, не все, но и не все хорошо, да? Угу. Да, надо будет все-таки брать, ребят. Этот дядя, он умрет точно, поэтому... Надо будет брать, ребят. Надо будет. Наверное, улучшим его, чтобы потом к этому не возвращаться, да? Вот это я имею в виду. А мы поменяем. Точно. Давай-ка ты будешь у нас правителем. Подожди. Что, нельзя, что ли? Кем тебя поменять, чтобы тебя с ним поменять? Сменить позицию. Мы его поставим, так как он легендарный, красивенький. С него явно говно выпадет синенькое, поэтому... Тем более он... Он вообще нежить или кто он? Нежить, тем более. Так, а ну-ка. Сука, да почему? Что за херня? Тебе надо отдать приказ поменяться? Во, хорошо. Значит, и та моя рокировка не нужна была. Ну чё? Регалии долго снимал или что? Во, да. Чё, ни одного рода племени? А, нет, поменялась крепость. Ну и фиг с ней, нормальная такая тоже сойдет нам. 42-й. А есть у нас кто-нибудь еще? Нет. Ты нет. Сразу отказать. Кто-нибудь еще вменяемого уровня вообще есть? 36-й. Не, ну 42-й я еще могу на это пойти. Во. Но я ему не могу отдать приказ, он что-то делает, блин. Истребитель хренов. Ладно, давайте наберем еще. Как минимум мне нужно заменить будет вот этого дядю и еще одного сюда поставить. 40-й, ну. Да? Ну такое. Ладно, давайте выполним какое-нибудь здесь заданице. Типа орк ищет. Оно же здесь еще есть? Есть, причем здесь их достаточно много. Вот бойни. Орк бойни ищет бойню себе. Давай отсюда откуда-нибудь. Будет интересно, на самом деле, посмотреть, какие ребята прибегут на этот раз. Если там прибегали 40+, ну, плюс-минус 40-й, и за редким исключением парочка крепких.
Талин, что это было? В общем, то сейчас должны прибежать прям под 50, да? Вообще-то я нажал. Может быть, не вовремя. Но это уже нюансы. Ладно, там же ищет нас. Надеюсь, хороший. Прям вот хороший-хороший. Кстати, да, нам бы неплохо было бы сведения узнать. Давай. Может, кто-то здесь еще есть нормальный. Какой-нибудь один из вас. Ну, этот, например. 46-й. Ну, такое. Серьезно. Такое. Эх, ладно. Ладно, нет. Но на Центуриона смахивает кераской. Так, мы пока здесь близко, то давайте прям еще возьмем. Стоять, стоять, парниша. Еще посмотрим. Может быть, помимо этого здесь еще кто-то есть интересный. Их, в принципе, здесь немного осталось. Наемный убийца, понятно. У тебя, значит, сука, блин, без шансов, да? Угу. Но это вообще абсолютно никак не помогает, когда он сражается с орками, с другими, потому что им пофигу. У них всегда шансов нет. Ладно. Так, еще один здесь, да? Давай. А кто из вас? Ты? Или ты? Блин, хрен, я не знаю. А, вот он. Давай. Угу. А, давай-ка тебя. 50-й берсерк. Но даже не высший. Ну хотя, ладно, хорошо, допустим. Но с другой стороны, мне просто проще ориентироваться с легендарными и высшими. Ну тут, судя по всему, я легендарных и высших не добьюсь много. Так, серединка на половинку. Так, 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 так. Последнего, да? Ну давай, легендарный, ну хоть один. Ну, высший. О! О, он еще и красивый ко всему. Ну как, такой. Молью потрахала, что ли? Кто-то такой, дикарей. Бесит пауки. Понятно, понятно. Ловушки, все дела, отряд воинов. Неуязвим к проклятию. Ну, такое. В принципе, я так понимаю, его можно захреначить. Умелый охотник, а? Его можно захреначить Граугом, на самом деле. Сперва подготовить, так сказать, почву. Но это уже кое-что. Ладно, давайте посмотрим на вот это, то, что я бежал. Так, ребят, все. Я тут вообще не за вами пришел. Я же никого не убиваю. Чисто пришел узнать инфу. Немножко. Чуть-чуть. Для себя. Высший хаш убийца великанов. Я задам тебе всего один вопрос, Старк. Как тебе больше нравится? Мне больше нравится вот так. Ну ты, не, вот так мне больше нравится. Мне прям идеально так, по-моему. Куда? Ты че это? У него огненное оружие, но, по-моему, это единственное его преимущество, потому что он отхватывает как суска. Я не знаю, что я хотел сказать, но что-то хотел сказать обидное. Я не придумал, видимо. Батенька, ну ты ж мешаешь. А ты нет, ты стой. Давай. Так. Во. На. Стоять. Во. Ну, 41 уровень, сами понимаете. 5 уровней разницы, это многое значит здесь. Может, сейчас сразу и захватим? Что такое? Он научился, что ли? Так, Талион, давай. Да ты что? Да ты что, блин? Чё? Ну какого хрена он разъярен стал, а? Ладно. Или ему не нравится, когда в него стреляют из молотка? Как бы это ни было. Странно. А, ему, наверное, не нравится, когда через него перепрыгивают, да? Так, он не дошел до кондиции. Застрелим. Все, берем. Неплохое приобретение, на самом деле. Тем более, он сейчас станет нашего прям уровня. Вот. Хороший такой арчок. Завербован. Объединить усилия, мудрое решение. Да. Было бы смешно, если бы он это сказал, а потом оказалось, что у него... это самое... Железная воля. Нет, подожди, а нахрена мне это не надо?
что за херня? Давай. Не, пода... Все, 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 я понял, понял. Заговорился. Да, и, иди, иди гуляй. Пока иди гуляй. Я думаю, сейчас мы ломанемся за тем парнем, который очень неплох. Может быть. Ну, во-первых, за счет своего уровня, конечно же. А во-вторых, за счет того, что он весь из себя такой высший. Посмотрим. Его черви пожирали, конечно. Со страшной силой. Он тут недалеко, да? Задание выполнено. Немножко дали опыта. Хорошо. Кстати, дали... Начали давать намного, мне кажется, больше уровней. Уровней опыта. Чем раньше давали. После такого уровня. Да-да-да. Я знаю, что ты на моей стороне. Я тебя немножко пнул. Чуть-чуть случайно. Совершенно. Кстати, 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 кстати. Кого-нибудь, может быть, все-таки убить? Например, того, который не подходит нам по уровню, да? Или подходит? Да нет, нет. Ну это фигня, тут убивать-то и некого. Эх, нет, не будем. Не будем, не будем. Кстати, это чей? Не наш, восьмого уровня. Теперь поняли масштаб, как на самом деле здесь все... жестко. Я имею в виду с уровнем орков. Я даже не знаю, что я буду делать, когда вот этих вот всех завалят. А их же завалят. Ну, отчасти, половинку. Тех 42 уровня. Их же все перебьют. Нахрен. Я тогда буду где-нибудь искать орков. Мне надо будет своих убить тогда на арене, получается. Чтобы... где-нибудь найти нормальных вместо них. Так, ты нас ищешь, что ли? Нет? Ну, ты нашел. А, я ж тебя хотел граугом месить. Грау, грау, грауг, сразу... Глянь, я знаю, что такое восставать из мертвых. Мертвый лежал на холодном поле боя, пока теплый живой рой не вернул меня к подобию жизни. Ты трындишь, это не восставший из мертвых. Абсолютно нормальный орк. Идеальный. Да. Ну, переигрывает. Перебор театральщины. Йорик, ну давай уже! Хорошо, горючий. Уязвим дистанционных атак. Хорошо. Для атак с короткой дистанции тоже уязвим, если они наносятся граугом, да? Не, по идее, мы ему наносим урончик, просто он крепкий. Или я что-то о нем не прочел. Например, то, что он уязвим для звериных атак, да? Но хер знает. Ладно, убьем, короче, подтанцовку, а с ним будем разбираться в одно рыло. Да. Жаль, нельзя схватить орка, чтобы он горел, например, фигануть его в костер, а потом этим орком фигачить всех остальных. И типа как огненное оружие. Было бы четко. Все, слазим с Грауга. Он не может тебе нанести урона, ты ему не можешь нанести урона. Это печаль. Так, его можно дистанционочкой. Если я только его найду вообще здесь. А, да, у меня стрел нету, да? Дистанционочкой. Секунду. Где-то здесь они. Я его уже потерял? Нет. Он на том же месте, где мы его оставили. Он умудрился убить Грауга, да, уже? Так быстро? Ну, ладно. Вот. Сука, на два уровня выше, и ты посмотри, как мало урона наносится-то, а? А бесит тебя это, нет? Неуязвим казнь. Ну ладно, бывает. А куда это ты ломанулся, а? И где мой Грауг был, а? Хрен знает, где мой Грауг был, но он только что появился. Он, видимо, на обед пошел, сходил, что ли. Его беда, что он горючий, и что он... Чё такое? Он же простреливался идеально. Вот.
Ну, бывает. Чё, ты научился там? Хрен. Я вот иногда ведусь на это говно, которое нам тут игра преподносит. Да ладно! Как это ты не по... Как он не попал под воздействие этой фишки, а? Так, подожди. Ладно, позорим. Куда? А? Ты меня еще убей! Так, Тальон, а что происходит? А, я что-то не понял юмора, но ладно, окей. Секундочку. Что-то я не могу его так... А почему я его не могу завербовать? Почему я не могу его завербовать? Я его ни луком, ни стрелом, ни хера ничем не мог. Но он далеко не убежал, ну как бы... Что за херня? ХЗ. Так, батенька, это вообще как-то не круто. Вообще абсолютно... Сука, ты еще и спрятался, а? Ну ты падла. Гори, пожалуйста, а? Он тогда блок поставил. Че он тогда не загорелся? Давай. Ой, сейчас помешают, конечно же, ироды. Ладно, горите все нахрен. Давай. Все не загорелись, к сожалению. Наверное, стоило пополнить жизнь. Немножко, да? The grubs devour with insatiable hunger. You will know their torment. Какой же он медленный! Pulse of the maggots. Ну, чувственный, да? You don't look so good. And you're about to look a lot. У тебя скверный вид, сейчас он будет еще хуже, да? А если вот этого дядю разъярить, он тебя убьет? А? Алло! Нет! Он убьет меня, да? Или не хватит у него силенок? Кошмар. Не, ну это позор, действительно какой-то позор. Полный. Да, ладно, ты еще убей. Хотя тут могут и без тебя убить. Ну ладно, убьет так убьет. А он и разъярен. Главное, этот разъярен, тот разъярен. Ага, хорошо. Секундочку. А, я понял. Ясно. Сейчас вербует, все нормально. Почему тогда не вербовал, хер знает. Поймал, да? Ну хорошо, бдительный. Хрен на тебя. А как твоя бдительность поможет тебе вот против этого? Огнестойкий? Да она вообще ему хорошо поможет. Да, его это разъяряет, но это ему не помогает. Давай. В принципе, лошара. Ну давай, короче, да. Еще раз. А, не хочешь, ну ладно. Нет, значит нет. Угу. Вот только с 30 уровня, с 30 уровня парнями проходит такая хрень. Чтобы его немножко даже побесить и с бесячим подраться. Я тебя смогу вообще попасть по тебе, а? Когда ты разъярен? Или нет? Нет, не смогу. Сука, короче, блин, заколебал. Я думал, это на того оставить, ну ладно. Так. Как же ты меня бесишь, а? Сука. Хорошо, тьмы убит. Где эта скотина, блин? Почему я так туго с ним справляюсь? Он вообще никакой. Ну так туго я с ним справляюсь, потому что до сих пор ни хрена не могу въехать. Почему я не смог его завербовать тогда? Я тупо жал эту кнопку, блин. Ну ладно. Так, стоять. Подожди, подожди.
Ладно, своего так своего. А я не понял, что с тем случилось вообще, если честно. Ну, да и хрен с ним. Побежали, он тут недалеко. Давай. Ай, стрелы. Ай, стрелочки закончились. Блин. Надо бы их взять. Так, где ты там? А, тебя надо еще искать, вот гад ты. А с другой стороны, может, и нет. Нет, главное стрелы схватить вот здесь, вот и все. Ну, такое. Фигня. Какая-то. Да-да-да, нашел. Мать твою, почему? За что? Это... Нет, вот это 10 раз хуже, чем позор. Унижение. Я даже читать не хочу, потому что это очень долго. Но то, что здесь костер, это хорошо. На самом деле. Да. Чё там, чё там, чё там? Ничего. Ребята, как не вовремя. Ладно. Тут бочек много, это его беда. В этом. А что там, уязвим он казнен? Не уязвим. Хорошо, к бочкам уязвим зато. Угу. И парни тоже. Ну и талион, раз он так близко стоит, да? Погорелец, я бегу уже к тебе, стой! Вот почему он сразу тухнет, как только я начинаю его месить так? Это вообще не очень круто, что он так тухнет. Так, давай-ка. Блин. Вообще-то не та кнопка была просто. Поломали тебя немножко. Чё такое? А, тебя рвет Карагор. Понятно, ясно. Хорошо. Ты порвал Карагора? Блокировка прыжка. Куда там твое дело? На! Давай. Угу. Приспособился. Хорошо. К вот этому не приспосабливаются так быстро. На! Мы должны его опозорить и взять. 50 уровня. Хрен тебе. Все, позорь его. А сейчас сразу. Ну такое. Ладно. Ты пойдешь в нашу армию. Корявый. Точно пойдет? А он нам нужен. Уровень понижен. Хорошо. Так, давайте заберем зеленый камень. И ломанемся опять за ним. Он, в принципе, здесь недалеко. Хотя... Нет. Учитывая, что здесь надо будет бегать, то далеко. Бегать по стенам, я имею в виду. Лазить туда-сюда. Ну вот, вот, вот уже, ребята. Более-менее нормальные пошли. Не то, что тогда. Так, ты где-то здесь, да? Ага. Бегаешь, ищешь меня, да? Гниющая твоя задница. Слушайте, а он охотник, реально охотник. Так, подождите, а он приспособился обратно или нет? Или он забыл все к чертям? Сейчас проверим. Не, он забыл. Ну, бывает такое у них. Забывают они. Угу. Ребята, нас слишком много. По-моему. Ой, не вижу, кого рубать вообще. Эй! Ну, ребят, ну что вы делаете, а? На! Кстати, а это ему наносит урон, пока он валяется в отрубоне? Ну, конечно, он с нами десятый раз поздоровается. А, кстати, он мне напомнил этого кренделя из Корсаров, из Пиратов Карибского моря, у которого глаз постоянно вываливался. Так, этот сгорел, этот ушел, этот пришел. Эй! Братиш, ну у меня вообще последний шанс. А-а-а! Ладно, вас просто слишком дохрена. Давай будешь моим. Не будешь, да? А не, у меня не последний шанс.
Ну ты и сука. Ладно. Секундочку. Я не собираюсь через тебя перепрыгивать, не переживай. Я знаю, что ты бешено приспособленный к этому. Ты ушел. А кого бы мне взять? Никого, да? Ага! Ты хотел меня перехитрить, я хотел тебя перехитрить. Короче, мы друг друга перехитрили. Так, что за херня происходит, а? Ладно, давай прыгай на него. Не получилось. Ну ладно, гори, твою мать! Давай. Вот, теперь нормас. Все, Талион. А то сейчас не рассчитаем еще силы. Нормальный боец должен быть в нашей армии. Давай. Вот. Высший. Будешь. Мы изначально это знали. Сука, с этими своими позорами, блин. Вот, что же. Это уже очень даже неплохо. Кстати, да. Мы приближаемся к 47 уровню. Вот. Я думаю, в принципе, с этим уже можно будет что-то делать. Я рассчитываю, что... Ну, самых слабаков, которых я поставлю на подтанцовку, их убьют сразу, и это будет неплохо, на самом деле. Я на это рассчитываю, потому что они должны освободить места. Кое-кого нам придется убить самому, да? Ну что ж, посмотрим, как оно все будет, но это будет уже в следующей серии, как, собственно, и оборона Нурнена. Я думаю, она будет успешная. На грани, но успешная. Если не появится никакой имбовый орк, который вот так вот меня загасит просто. Наши ребята на Карагорах тащат. В общем, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!